Жители Петропавловска жалуются на зловоние на контейнерных площадках и роющихся вокруг насекомых. Все мусорные баки переполнены, и никто их не вывозит. Тариф для населения подняли, однако на качество услуг это никак не повлияло, говорят горожане. При этом их общий долг перед коммунальщиками составляет 23 миллиона тенге. В акимате города отмечают, что за счет бюджета планируют купить две спецмашины для компаний, занимающихся вывозом твердобытовых отходов. На это выделено 60 миллионов тенге. Новую технику передадут коммунальщикам в доверительное управление. Это должно улучшить ситуацию. 1 июля в 2,5 раза увеличили тариф Мюллсервис. И вот такой бардак получился. Это куда годно. Сейчас 2 человек 1000 тенге за мусор, а мусор не вывозится. Еще хуже. Вместе с тем, акиматом города было принято решение закупить 2 единицы техники. Сейчас у нас мы объявили конкурс на закуп 2 единицы техники именно для погрузки, для вывоза мусора. После того, как мы определим победителя, они будут переданы в доверительное управление для мусоровозящей компании в помощь.